Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну вот начался учебный год очередной. Первокурсники очередные наполнили нашу аудиторию. Кроме советов, там, как работать на лекции, на лабораторных работах, на семинарах, хотелось бы еще такую открыть тайну, что ли. Дело в том, что рано или поздно пройдут годы, вы получите диплом, синий там или красный. В дипломе будет лежать лист оценочный, который вы можете предъявить потом, поступая на работу, отличник вы или не совсем отличник. Но знаете, вы еще незаметно и незримо приобретете еще одно приобретение, чуть ли не второй диплом. Это людей, с которыми вместе учились в одной группе на одном курсе, однокурсников. Поверьте, пенсионеру, который высшее образование получил очень давно, в прошлом веке. Вот половина вопросов в этом мире решается звонками старых университетских друзей. Однокурсников, одногруппников, даже если они уже министры, там, директора заводов и так далее. И вот здесь очень важно не просто, что вы их получите как балласт, как активную силу, а то, а вы-то останетесь в их памяти или нет, своих первокурсников? То есть, можно так представить себе, там лет там, через много, вы звоните федеральному министру и говорите, это Васька Свистулькин. Он говорит, что за Свистулькин, что за ерунда, кто соединил? Застрелитесь, вы зря учились в университете. Если федеральный министр, слыша ваш голос, говорит, Васька Свистулькин, ты где пропадал, скотина, 30 лет? Где ты находишься, сейчас машину пришлю. Вот тогда вы хорошо учились в университете. Вы запомнились первокурсником, и даже неважно чем. Вы отличник, спортсмен, там, могли больше всех пива выпить на факультете и так далее. Но вы не были под плинтусом, что вас забыли фамилию даже на следующий год после окончания диплома. Вы запомнились. То есть вот иметь таких друзей, это вечная студенческая дружба, она все времена должна быть, и так остается. Но и вклиниться в нее, чтобы вы тоже остались в памяти и в записях народных своих однокурсников. Вот тогда все у вас получится. Уважаемые коллеги, вот мне вспомнилось, ну, или даже не вспомнилось, а такой, вывод такой сделал в свое время, за всю свою жизнь. Вот именно великие большие ученые, да, они очень доступны. Им всегда все интересны, и аспирант, и студент. Ну, если он увлечен своей наукой, о деле разговаривать, о науке, там, о открытиях и так далее. Мне просто вспомнилось, 20 лет назад, ну да, 96-й год, я защищал диссертацию в Москве, в Институте психологии Академии наук. Ну, академический институт, солидный. Вот. Но это были страшные времена, 96-й год, лихие 90-е. То есть там в Академии наук платили зарплату директору института, его водителю и секретарю. То есть я приходил в пустой институт, когда нужно. А Андрей Владимирович Прушлинский, директор института, был, говорил. Ну, вот он приходил на работу, нужно вызывал каких-то сотрудников, какая-то работа. Ну, в принципе, всех отпустил на вольные хлеба. Тогда была норма жизни. В Казани даже предприятия целые закрывались. Людям говорили, оставьте трудовые книжки в отделе кадров, а сами идите куда хотите, устраивайтесь, денег нет. Но как только наладится, позвоним, возвращайтесь, будете работать. Знаю многих людей, которые так на год, на полтора уходили, инженеры-слесари, там, чуть ли не в дворники, но потом возвращались, когда все наладилось. Наладилось, кстати, слава богу. Да? Вот. Так вот, Андрей Владимирович, узнав, что я приехал из Казани, там, на защиту, даже на предварительную защиту, пригласил меня к себе, и он час со мной беседовал. Не только моя диссертация, вообще о психологии, о жизни, что я об этом думаю. Книгу мне подарил свою, я ему свою. Потом академик Раушенбах космический позвонил, он извинился, но я ушел. И вот так академик, директор института академического, он час беседовал с безвестным соискателем из Казани, потому что считал это нужным. Не потому что ему делать было нечего. Да? Ирина Михайловна Пучкова защищалась в МГУ, тоже в Москве. Там деканом факультета психологии был академик Климов. Он говорит, тоже со мной час сидел, лично поправил весь автореферат, все подчеркал, исправил, пригласил секретаря, говорит, пожалуйста, распечатайте это. И вот в таком варианте идите в типографию, печатайте автореферат. Это академики, высшая каста, можно сказать, да? А им все интересны. Великие ученые, они доступны. А тут какой-нибудь доцентишка бывает, да, так вы еще на прием к нему запишитесь, он еще через губу разговаривает. Нельзя так, ребят. Все мы люди, все мы братья. Еще раз повторяю, если вы доступны, вы великие ученые. Вот сейчас очень популярен термин, ну, как многие термины произносятся бездумно, не понимаю, откуда это, промывка мозгов. Вот на Украине всем промыли мозги. Как? Марганцовкой. У нас вот телевидение ведет промывку мозгов, наши СМИ, там, политики и так далее. Вот. Ну, история уходит в довольно далекие времена, ну, вот после Второй мировой войны. Корейская война началась. Да? Сейчас вот Северная Корея, Южная есть. И причем северокорейцы очень успешно воевали, побеждали, захватили Сеул, но потом вмешались американцы уже. Они продавили в ООН
пользуясь отсутствием нашего представителя, резолюцию, как голубые каски, американская армия вторглась, и половину Кореи освободила от Ким Ир Сена. И сейчас там граница, демаркационная линия, есть Северная Корея с Ким Чен Иром, есть Южная Корея, ну, вроде как блестящая, процветающая и прочее. Вот, официально мы в этой войне не участвовали. Ну, реально, наши летчики летали, как бы просто поставляли самолеты, а китайцы реально участвовали, их летчики, наземные войска помогали братьям. Вот. И вот американских летчиков сбивали, подали в плен китайцам. И вдруг через некоторое время эти летчики выступали по радио, ругали Америку, капитализм, хвалили там коммунистическую систему и так далее. Вот, ну, Запад пришел в ярость, ужас, их под пытками заставили так говорить, не может быть, это элита военно-воздушных сил США. Пригласили журналистов западных, показали летчиков, они совершенно не повреждены, никто их не пытал. Они прямо утверждают, что да, мы пересмотрели свои взгляды, коммунисты — это хорошо, сталинизм — плохо. Вот, так вот, откуда термин «промывка мозгов»? Китайцы применяли такую коварную тактику, по-китайски называется «хсинао» — «вымой мозг», потом назвали «промывкой». То есть они часами вели с этим летчиком мирные такие вежливые беседы, ну и периодически просили их. Ну, конечно, это все и хорошо, но согласитесь, в коммунизме тоже есть какие-то социализмы преимущества. Ну да, у вас там нет безработицы, у вас низкая преступность, у вас там социальная защита хорошая и прочее. И так много-много раз. И однажды что-то замыкало в голове, и это становилось убеждением этого американского пилота. То есть потом это назвали научно-когнитивный диссонанс. То есть когда человек вынужден говорить или просто слушать даже много-много раз то, что противоречит его убеждениям и установкам, ему проще заменить свои убеждения и установки. Сейчас вот на стариках вот наших можно наблюдать. Ну да, вот это все правильно, вот, вот сейчас рынок с нищенской пенсией, да, вот чуть люди на хороших машинах ездят, вот хотя другой мир наступил, хоть они поживут. Бабушка, вот там третья гайка в колесе этого Мерседеса — твоя украденная пенсия, а ты их хвалишь. Восхищаешься. Вот это когнитивный диссонанс. Человеку проще убеждение изменить, когда он в поле вот этого постоянного воздействия, изолирован другой информацией, и вот ему промывают мозг. Просто нужно это много-много-много раз делать, ну и почти всегда получается. И вот сейчас действительно надо очень мощно защищаться от этого, поменьше обращать внимание на средства массовой информации или на те повторяющиеся, как бы однозначные вещи, надо задать, да, кто это сказал? А кто сказал, что государство неэффективный собственник? Экономист Сидоров, а кто он такой? Ну и так далее, да? Вот такие когнитивные вирусы. Это как бы истина, уже не требующая доказательств. Вот кто-то ляпнул, и все, ее повторяют теперь постоянно. А задумайте, откуда взялось, и почему это так? А это не так, оказывается. Вот промывка мозгов, хсинао. Откуда это идет? Уважаемые коллеги, вот заметьте, как сколько изменились времена. Ну, молодежь просто не помнит, даже люди среднего поколения уже. Вот, скажем, ну, в Советском Союзе, тарелки, ну, в учреждениях общественного питания, там же тарелки фарфоровые или фаянсовые. Вот в столовых было написано на краешке тарелки «общепит». Сразу изготавливали, надпись такая делалась. А в ресторанах — ресторан. Зачем? Ну, чтобы не сперли. Не будешь же гостям потом подавать тарелки с надписью «общепит» — ресторан. Значит, украл. То есть так вот защищали. То сейчас это уже нет необходимости, и тарелки можно купить, и в рестораны люди ходят не за тем, чтобы тарелки тырить. Вот. Ну, что интересно, уже более близкие нам времена, ну, фирмы, институты стали тогда делать, да, вот там, вот у нас в столовой КАИ появились тарелки с надписью «КАИ» с самолетиком. Ну, лично я спер, просто как сувенир для себя, кружки там в лагере, карту с эмблемой, с КАИ. Тут тоже вот вопрос не в том, что у нас кружек не хватает, а просто очень хотелось иметь сувенир от родного института. Уважаемые коллеги, все мы в школе, да, собственно, в современной школе, проходят великое произведение Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Он назвал его поэмой, не романом. Вторую часть сжег, ну, все вроде об этом знают. Ну и, наверное, кое-кто помнит, что там главный герой Павел Иванович Чичиков, и вот он там скупал мертвые души. Потом у нас еще проходили образы помещиков, Троздолбай Ноздрев там, Тупая Коробочка, Собакевич, Манилов, ну, такие образы, нарицательные понятия. Вот все это вроде даже помним до сих пор. Но одно «но». И нам не объясняли, и сейчас она не объясняет, а это хороший иллюстративный материал к истории, к экономике. А зачем Павел Иванович Чичиков, приличный вроде человек, скупал мертвые души? Ну, он не мертвецов скупал, а их документы. То есть каждые 7 лет
Царской империи проводилась перепись населения, то есть редисские сказки тогда составлялись, и 7 лет человек считался живым, даже если умер на второй день после переписи. Он считался живым. Но зачем? Ну, пусть подешевле, но он скупал бумаги на умерших крестьян. В чем гешефт-то был? Отдаешь деньги за пустые бумажки? Нет. Павел Иванович становился таким образом владельцем крестьян, душ. Их довольно много он мог накопить. А это можно было либо заявить, он там, кстати, в романе, в этой, в поэме сказано, что вывожу их в Херсонскую губернию. Говорит, с землей или на вывод? На вывод. То есть вот нынешняя Новороссия, Малороссия, Херсонская губерния, там, да? Ну, чтобы ее осваивать, там давали дотации, что ли, помещикам. Если они переселяли своих крестьян туда, строили новые деревни, так осваивалась эта Новороссийская область. Вот. Либо просто эти души можно было заложить, как имение закладывали, души закладывали, ну и получить деньги, их промотать в Париже. Огромное число русских помещиков, они не раз закладывали свои имения, уезжали в Париж, кутить в ресторанах, в кабаре. Императоры периодически выкупали все эти имения, заплатили за них долги, они возвращали свои имения, снова их закладывали, а потом интересуются, откуда произошла Октябрьская революция, и тем более февральская. Ну, довели страну. Так вот, в этом гешефт Павла Ивановича Чичикова. Почему-то сейчас школьникам не объясняют, и нам не объясняли. А это же, опять же, интересный исторический пример. Значит, история-то не такая, что ах, как все было хорошо в России, и вот проклятые большевики. Да нет, довели страну Чичиковы. Да и другие помещики, которые в реальных поместьях сидели, ерундой занимались, закладывали и пропивали свои деревни. Как говорил поручик Ржевский, ах, хорошо бы иметь, господа, собственную деревеньку. Так хочется ее пропить. Уважаемые коллеги, разговор о казанских улицах продолжается. Ну, на мой взгляд, самая многострадальная улица в Казани, хотя это памятник, можно сказать, 30-м годам индустриализации. Но все ее знают по знаменитому серому дому на углу, такой с водонапорной башенкой наверху. Это был сильно, ну, это был дом завода синтетического каучука, который строили в Казани для их рабочих. То есть это такой дом коммуна, там был кинотеатр, столовая. Такая была концепция, да, что вот можно жить в доме, не выходя на улицу, магазин, все в нем есть. Ну, сейчас, конечно, немножко изменилось, кинотеатра нет, ресторан французский одно время там открывали, разорился, закрылся. Ну, вы узнали эту улицу, да? Сейчас она называется улицей Назарбаева. Но не всегда она называлась Эсперанто. Но Эсперанто ее назвали, ну, это, знаете, искусственный язык, который доктор Эсперанто, итальянец, придумал, что на базе европейских языков создать какой-то удобоваримый, что ли, общий язык. Вот говорят, что товарищ Сталин это дело не одобрял. Говорил, это язык международных шпионов. И улицу Эсперанто в свое время переименовали в улицу Жданова. Вот еще 70-е годы, наши студенческие годы, она была Жданова. Это перестройка, ее вернули историческое название, Эсперанто. И вот сейчас, здравствуйте, пожалуйста, улица Назарбаева. У нас в Казани улиц, что ли, мало новых? Ну, Султан Абишевич, конечно, понятно, уважаемый человек, но он еще жив, слава богу. Что за мода называть в честь живого человека уже улицы? Не по-русски как, никогда так не было. В конце концов, он много строится новых улиц, и уважение можно было там ему выразить. И то, наверное, все-таки после смерти, как-то поторопились. Не зря на тротуарах этой улицы появились такие трафареты, ребята стали брызгать краской. Наша улица Эсперанто. Ну вот, почему я говорю многострадальная. Сколько раз ее видоизменяли, переименовывали, может, и не последний раз еще. До свидания.